Поставь лайк за 3 секунды, если ты не хочешь, чтобы Домоголовый пригласил тебя в гости и сожрал. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик Бро. Я сейчас нахожусь напротив домика Фласочки, вон там вот она живет. И как бы Фласочка не знает о том, что я вообще прибыл в ее деревню. И, наверное, не узнает. Она там спит, там что-то читает, вроде бы стоит. Я даже загляну в окно, все равно она меня не заметит. 100%. Да, видал? Ха, она прям там. Офигеть. Стоит, короче, в АФК. Ой, тихо. Не-не-не-не-не, сейчас точно не надо этого делать. Лучше я отойду и не буду палиться. Надеюсь, что она там будет просто, ну, типа, заниматься своими делами, что угодно. Мне вообще пофигу, пусть хоть АФКшит. Главное то, что у нее дом красивенький, по-моему. Вот это пчха, пчха. Стоит у нее мемы, короче. И там еще какие-то мемы, я хочу их сильно увидеть. Но для этого мне надо попасть в дом. Сейчас я точно не буду этого делать, потому что слишком рискованно. Фласочка не должна знать, что я прибыл в эту деревню. А то если узнает, то она поймет, что я ее хочу затроллить. А вот, кстати, про троллинг именно. Напиши в комментариях, вот, как тебе вообще троллинги Фласочки? Любишь ты, когда я троллю Фласочку или нет? Помнишь, я в мультяшного кота превращался и затроллил Фласочку? Так вот, справа сверху, если что, можешь нажать, там значочек появился, и посмотреть. А сейчас, в этот раз, вот я в тот раз, помню, затроллил мультяшной мышкой Фласочку, а теперь хочу затроллить ее домоголовым. Получается, мне надо превратиться в дом. Только я еще не знаю, как это сделать. Но здесь в окрестностях я видел шамана. Мне житель рассказал, то, что рядом с этой деревней есть шаман. Только вот где именно, я что-то подзабыл. Ой, блин, еще и в воду упал. Вот черт. Немножечко, конечно, холодновато. Во, в той стороне. Там вот сразу видно то, что вокруг какие-то леса страшные. А в той стороне просто потрясные виды. Высокие такие эти холмы. Не знаю, как еще назвать. Но, короче, супер красивые места с кучами цветов. Видишь, а это сразу означает, что там обитают шаманы, которые очень обожают цветы, все вот это благовоние, так сказать. А вот здесь вот этот домик стоит, я его недавно приметил, он вообще какой-то странный, у него как будто рот и глаза, я ржал немножко с него, вообще как будто, знаешь, какой-то охотник из Саут Парка, например, знаешь такого, который это самое, ну, короче, охотник есть такой там, с дробовиком ходит или с винтовкой, как-то так. Забыл, как его зовут, но неважно, в принципе. Самое главное то, что сейчас к шаману идем, и я превращаться буду в этот дом. Посмотрим вообще, как это будет. Я надеюсь, что Фласочка к нему подойдет, но, в принципе, он очень привлекательный. Я не знаю, видела ли она этот дом. Хотя то, что она живет здесь давно, это, скорее всего, говорит о том, что она знает об этом доме. Но вроде бы он появился совсем недавно, а Фласочка почти из дома не выходит. Вот в чем прикол. И вот тут только на везение мне остается полагаться. Ну а теперь, чтобы превратиться в домоголового. Кстати, показать тебе, как он выглядит вообще? Давай покажу. Так, по секрету поставил табличечку и вот, видал? Вот так вот выглядит домоголовый, прикинь. Вот, а вот там где-то шаман, наверное, обитает. Вот где-то здесь, скорее всего, у красивых, прекраснейших вод, которые не открыты всему миру, они загорожены вот этой вот красотой просто неописуемой. Вот эти красоты закрыты вот этой красотой, так сказать. О, шаман! Так, спокойно, я просто пришел кое-что попросить тебя. Слушай, мне тут беда. Мне так вот, так случилось, так произошло, что мне срочно нужно, пригодилось превратиться в дом. То есть, ну, сам понимаешь, да, в дом. Ходячий дом, желательно ходячий и немножко злой. Ну, неважно для чего, в принципе, думаю, тебе это и не интересно. Главное то, что я хочу превратиться. Поможешь мне с этим, а, шаман, по-братски? Если ты хочешь превратиться в дом и оживить его, то тебе нужно провести 2 обряда. Возьми травы благовоний и раскидай по дому, в которых хочешь веселиться. Ой, ой, какой веселиться. Ой, Найсик, вот это я сегодня глуплю. И раскидай по дому, в которых хочешь вселиться, понял? Произнеси в доме в 3 часа ночи следующие слова. Морфохаусис, морфохаусис, морфохаусис на максимус. Размести в доме пентаграмму, произнеси 3 шестерки. 666. Хорошо, я забираю вот этот ритуал, я тебя понял, мистер Гаррисон. Также цветы благовония, я так понимаю, это ты имеешь в виду любые цветочки, которые здесь есть. Хорошо, я их тоже забираю. И надеюсь, что ты не наврал, и ты реальный шаман, который в натуре мне сможет помочь. О, лук-батун, срочно забираем лук-батунчик, а ты сюда сразу же, на базу мне. Вот так вот получается. Вот это поставим сюда вместо лука-бутуна.
Вот тут, кстати, еще куча лук-батунов, или как это вообще произносится. Короче, вот цветы благовония. Кстати, у него здесь головы, как я их сразу не заметил. Ты что, маньяк? Ладно, надеюсь, что это все декорация, так сказать, его. Хотя шаман вполне мог убить здесь парочку людей. Ну, может, он врагов своих убил и, типа, выставил, что, типа, он превосходит их в 1000 раз. Ну, трофей это называется, вот так вот сказать. Ну, я пошел тогда раскидывать цветы благовоний и произносить Morpho Houses и на Максимус, да? Я вроде бы запомнил это все, но вообще надо было бы записать, но ладно, раз я смог запомнить, то хорошо. Ну что ж, раскидываем цветочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, готово? Morpho Houses, Morpho Houses, Morpho Houses на Максимус! Ох, надеюсь, что у меня все получилось. А, стоп, еще надо вот это вот разместить. Так, все готово. Теперь, стоп, я придурок! В 3 часа ночи было это все, надо было разносить. Вот это я дурак. Ладно, тогда спать. Ну что ж, все, я пришел. Цветочки мои здесь лежат. Morpho Houses. Или... Ну да, сначала размещу, плевать. Morpho Houses, Morpho Houses, Morpho Houses на Максимус. Теперь-то, наверное, все. Получается, я сейчас превращусь в это здание. Что за фигня? Я стал домом? Хай. Это я дом. Привет. Ну все, нету Найсика. Ваша няшка умерла, остался только дом. И я могу с любой стороны смотреть на себя, потому что я дом. Я огромен, у меня везде какие-то глаза свои нереальные. Офигеть, конечно. Вот этого я точно никак не ожидал. В плане, ну реально, как это превратиться в дом? Что за жесть? Ну хорошо, тогда мне надо спать. Я могу спать? Ну, наверное, да. Ух, сейчас как-то попытаюсь уснуть. О! Я проснулся. Интересненько. Стой, а где дом Фласочки? Я могу как-то на него смотреть? Ну, я вдалеке там вижу дом Фласочки, вон он, вот там вот он. Блин, его, конечно, плохо видно. Ну, в принципе, ты понял меня? Меня дома, ты дом понял. Блин, я уже не знаю, я уже путаюсь. Короче, неважно. Главное то, что нам надо затроллить Фласочку, что я и пытаюсь. Сейчас я только в стадии развития, я поняла... Так понимаю, не могу пока ходить. Я могу быть просто домиком. И мне надо сейчас заманить Фласочку внутрь, закрыть внутри себя. И она будет там сидеть, ничего не сможет сделать. Потому что я, в принципе, могу укрепить свои стенки. В плане того, что это как, знаешь, как мышцы работают. Я могу просто сдавить, и у меня будет такая защита, что она не сможет проломать. Вот это я, конечно, гений. Ладно, надо ждать теперь только, когда Фласочка выйдет на улицу. Кстати, мне кажется, что я обрел, короче, суперслух. И мне кажется, что я могу слышать кого-то. Пора бы порыбачить. О! Ура! Наконец-то я выхожу из этого сраного дома. Я так устала там сидеть. О, пипец, о, пипец. О, слушай. Пипец, о, пипец. Ох, Фласочка вон рыбачить села. О, стульчик. Ой. Поставила стол! Короче, знаешь, что я хочу тебе сказать? Да. Вот, короче, Фласочка рыбачит, а я хочу... Ну, можно поспать. Кстати, она совсем не обратила на меня внимания. Ну, ладно, в принципе, чё мне? Самое главное, короче, то, что я хотел сказать, это то, что Фласочка... А, в общем-то, что, я забыл. Вот, короче, я надеюсь, что она до ночи здесь будет сидеть, и мне надо изменить голос, потому что если у меня будет мой голос, то она сразу поймет, что я Найсик. Сейчас я говорю шепотом, поэтому Фласочка не слышит. А когда я буду во весь голос говорить... Ой, смотри, она... Клюет! Она как и Маша, прям, Маша и Медведь. Так, иглобрюх. Ладно, короче, иглобрюхов каких-то ловит. Ну, в общем-то, сейчас ночь наступит, я ее призову, и главное, другим голосом. О, клюет! Не клюет. Фласочка! Что тебе, как кто это меня зовет? Я дом! О! Напротив тебя, да! Ой, мамочки, я тону! Я не могу тебя спасти, извини уж. Дом? Иди сюда. Почему ты разговариваешь? Я дом. Просто дом разговариваешь. Видишь, я стою на отшибе этой деревни, потому что я магический дом. Ты меня троллишь? Нет. Меня кто-то троллит? Нет. Ты чего? Я дом. Да. Стой, подожди. Слушай, хочешь ли ты в меня войти в дверь? И там посидеть, и я тебе за это алмазы дам.
Да, хочу. Заходи. Держи свой счастливый. Жди, сейчас алмазик дам. Держи свой счастливый алмаз. Алмазик. А сколько мне еще тут сидеть, чтобы мне алмазы выпадали? Ну, смотри, попробуй поломать стенку. Она не ломается. Ну, поздравляю, Фласочка. Ты заперта навсегда тут. Все! Красивый дом! Что? А что ты пищишь? Я дом, я тебя затроллил официально. Ты теперь тут сидишь. Да ты знала, что меня кто-то троллит, но я не думала, что меня троллит дом. Ну что ж, теперь я могу смотреть на тебя. Ох. А что? Короче, слушай сюда. Теперь у тебя будет обед по расписанию, то есть смотри, ты будешь кушать у нас паучьи глаза, гнилую плоть. Что, из меня какой-то инкубатор делаешь? Да, ты ядовитый картофель, это твое расписание поедания, потом тебя на мясо отправлю, я же все-таки дом. У меня хорошие картофели есть. Это я одну тебе дал, чисто по... Можешь повторить, что ты там сказал? Я сказал то, что теперь ты как корова, будешь расти, тебя будут откармливать, а потом я тебя сожру! Какая еще корова? Это знаешь, я, короче, дом скотобойня. Скотобойня. Что? Ну вот такой вот я дом, чё. Что ты меня оскорбляешь? Вот ты очень большой и противный. И некрасивый. Да ладно тебе, что ты сразу разбилась? У меня есть тебе предложение, смотри, Фласочка. Раз ты не хочешь тут вообще сидеть, давай... О! Ой, я уже испугался, что ты дверь открыла, можешь выбраться. Не можешь ты? Вот, короче, слушай сюда. У тебя есть пару шансов выбраться отсюда. Короче, я тут подумал. Ты сейчас должна, чтобы выбраться, дать мне... дому, принести завтра, короче, все, чтобы такое придумать. Короче, сейчас, подожди, подумай. Давай, рожай уже. Блин, что же такое сказать, чтоб тебе дать? Ну ладно, смотри, давай тогда ты сейчас поможешь мне провести обряд, поняла? Какой обряд? Сейчас, секунду. Ты ставишь вот эту штуку и ставь здесь. Можешь поставить? Ставь. Нет. Быстро, я сказал. Пытайся поставить. Взлети, у тебя есть... Все, я отнял у тебя способность ломать. А то ты бы могла меня обмануть. А-ха-ха, глупышка. Ну вот теперь что? Говори специальное предложение. Ой, отойди! Ой, все. Ух, испугался уже. Так вот, произноси. Троллятикус, исполнятикус, давай! Нет. Говори! Троллятикус! Исполнятикус! Ладно, все, выпускаю тебя. Ура! Беги домой! И больше не возвращайся, сказал! Ох, все. Наконец-то она исполнила мое желание. Теперь, короче, она мне дала шанс летать. И теперь-то я точно... Ой, не летать, а стать домоголовым. Теперь-то я точно стал всемогущим, и я смогу троллить Фласочку, уже не будучи домом. Ну все, утро наступило, Фласочка спит, потому что у нее была тяжелая ночка. А мне типа вообще пофиг, я могу спокойно к ней заходить, она ничего не поймет. О, наконец-то я получил эти чертовы картинки. Главное в жизни это жрать, у нее тут такой закон. А в холодильнике-то только... Путина! И яблоко, гнилая плоть, ядовитый картофель. Давай я у нее последнее яблоко отниму, а потом посмотри, что с ней. Так, здесь нечего брать. О, и деньги заберу, короче. Ладно, надеюсь, тебе понравился вот этот троллинг. Сейчас я свалю отсюда быстрее, а то он уже просыпается. О, черт, так быстрее заделываем дыру. И здесь дверь замуруем. Ладно, плевать, короче. Оп. Так, все, быстренько залетаем в твой дом. Ой, тихо. Так, все, надо бы пожрать. Главное в жизни — это жрать. Где мое яблоко? Вот это я и затроллил. Почему у меня нету еды?
Так еще она должна понять, что у нее нет денег, когда в магазин решит пойти. А-а-ха! Надеюсь, надо что поймет. Надо в магазин сходить. О, прям идеально! Надо. Почему у меня яблок нету? А где мои деньги? А-а-ха-ха! Ой, я слишком громко смеюсь, осторожно. Так, она не слышала. Надеюсь, где нет. Где мои деньги? А где моя дверь? Ха-ха-ха! Вот я дурак. Так, ладно. Теперь я пройду мимо её окна. Чё за фигня? Как мне Боже, что это такое прошло? Ха-ха-ха! Что за карга? Что это за дрянь за окном моим? Деньги. О, деньги. Интересно, поймет? А где дверь? Вот это я закрываю. Боже мой, что это? Почему в моем доме дыра сверху? Что это за такое? Привет! Фу, красно? Уйди. Нет, уйди! Стоять, я сказал! Нельзя стоять на месте, не двигаться! Я домоголовый, ясно? Уяснила? Ты страшный, уйди. Ладно, ухожу, до свидания. До свидания, не возвращайся больше ко мне, достал ты меня. Хорошо, ладно, я обещаю, что я больше сюда никогда не вернусь, согласна? Да. Все, пока, удачи. Спасибо. Всё, пока. Так. Вот так вот типа сделал, короче. Это, короче, маневр мой. Короче, я уйду от нее. И на самом деле я поставлю сейчас с проклятыми лаки-блоками мини-домики. Она такая: о, у нас тут фасад обновили. А на самом деле-то это мои домики с проклятыми лаками блоками. А-а-а! Сейчас буду выполнять это. Что ж, ну вот я и пришел к фасочке. Наконец-то я могу спокойно пожрать. О, кайф. Ортики там ставят, ладно. Обжираться. Вот, короче, смотри. Я решу построить те самые домики с проклятыми лаками блоками. Так, вот сюда. Оп. Кладим домик. Пока Фласочка там жрет. Очень плотненько поедает свою жрачку, как она любит. Пихает в себя эти батоны хлебов. А-а-а-а. Вот это, конечно, глупышка толстенькая. Ну ладно, неважно. Главное то, что я сейчас поставлю дом. Поставлю проклятый лаки-блок в минус 80 удачи. Это ужасный лаки-блок, в котором только гадости выпадают. Она подумает: о, лаки-блок, он же всегда хороший. А на деле-то нифига. Так, построили. Еще домик надо. Так, ой, тихо. Так, вот здесь еще лаки-блок поставим. Тихонько. Оп. Еще в домике. Да, вкуснячина, вкуснячина. Как же все-таки она любит жрать, это просто невероятно. Я не видел таких сумо еще в жизни своей, это же жесть. Сумо поедает. Кушать люблю. Я такой злой домоголовый. Я всех ненавижу, особенно толстячков. Я их сразу... Не, я обожаю толстячков, потому что у них много массы и типа... Ой, калорий, я могу их просто похавать. О, идеально. Ну вообще, если я бы был толстым, я бы, не знаю, я бы тоже жрал так же и кайфовал. Я в принципе и так много питаюсь. Слушай, а чем я отличаюсь тогда от толстуна Фласочки? Вообще непонятно. Ну ладно, неважно, все, я построил домики, наблюдаем. Так, тихо. Надо ей факелы скинуть, погодь. Вот тут вот. Оп, все скинул. Так, осторожненько. О, человек готово. Человек остался. Так, а я хочу еще посмотреть кое-что у нее в доме. Так, а что у нее там интересного-то есть? У нее там какой-то мем еще был. А, стоп, нету мемов. А, все тогда. Ой, тихо. Все. Прячемся. Надеюсь, она уже запалит сейчас. Я съела уже все, что можно. Странная. Так, ладно. Лаки-блок. Странно, что... Давай! А-а-а-а-а-а-а-а-а! Ты попалась! А-а-а! Сдохла. Ой, так просто! Я не ожидал, что я так ее легко затроллю. Так. Что это за приколы такие? Так, она еще не спалилась, что это... Ой, тихо! Ты кушала.
Мне тут настроение испортили, спасибо. Так тихо, надеюсь, не спалило. Да-да-да! А это что такое? Найди вообще плевать, что и кто-то орёт. Домик с лаки-блоком? А-ха-ха! Ой. Спасибо, конечно. Не за что! Ой. Кто это орёт? Эй, ты, чё ты там орёшь? Ты кто? Я тебя в кино водил! Ой! Тихо. Блин! Не спалился. Осторожно. Иди сюда! Я тебя в кино водил! Ой, тихо! Так, быстро, быстро, быстро! Так, тихо, она не спалила! Ой, тихо! Вроде, ой, заметила! Чё? Ах ты, ах ты, козёл! Так, ладно, всё, так, всё, тут ещё домики, пусть их откроют. Эй, Фласочка! Фласочка! Это вещает странник, он из кузницы. Здесь еще домики, открывай хорошие лаки-блоки по скидке, бери, бесплатно. По скидке. Реально, бесплатно? Да, открывай. Ой, житель. А-ха, тут еще дом, открывай, теперь точно хорошо. Затроллил. Оцени мой троллинг. Как хорошо домоголовый троллит. Ну ладно, а теперь пора к жестоким троллингам. Пора уничтожать ее деревню. Так, смотри, что мы делаем. Ну что, теперь пугаем Фласочку? Я пошел. Меня обидели. Что? Как тебе страшно? Я домоголовый! Все, твоему дому кранты теперь! Что будешь делать? Делай с моим домом! Тебе конец, все, этот дом теперь уничтожен. Все, прощайся. Что ты делаешь с моим домом? Выходи из дома, беги, беги, блин! До свидания! Теперь тебе тут не жить, жестокий тролль. Так, все, ладно, короче. Затроллил я Фласочку. Надеюсь, тебе понравился этот видос, и ты поставишь на него лайкусик. Также обязательно подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Обязательно подписывайся на канал Фласочки также. И, конечно же, не теряй.